Гриня, что там, Григорий? Я принес редкую монету, называется... Давайте. Полтина, 1803 года. На оцене, что ли? Подожди, я перчатки одену, я же так не могу, Гриня. Могу сказать точно, что сделана она из серебра. Вот это я точно могу сказать. Да? Да. Перчатки одену, я же не могу вашу монету, друг, она поцарапает. 1803 года. Офигеть. Ну, она в плохом состоянии, но все-таки она... Это, Григорий, это можно этот, брось на пупок навести. Прикладывать. Мне, кстати, брось навести, пожалуйста. Это на пупок можно прикладывать. Ну уже. И что? Это редкий год. Смотри. Ну его, кстати, нет там. Там первые две цифры есть. 9.5. Ну, нормально, она вся сточена. А должна 10 грамм весить. Да, да. Сколько весит его? 9.5. Григорий. Так, выставим на комиссию или что? Можно на комиссию? Можно. Но тут года нет. Послушайте, тут нет года. Нет года. Да? Тут 1800 и все. Но по буквам. Блять, они меня снимают.